Шах у нас, падишах. Нужна лишь правда. Шахин работает в частной военной фирме, которая занимается обеспечением безопасности. Во время армейской службы никто не мог превзойти его в боях один на один. Однажды его приятель, владелец нефтяной компании, неожиданно умер при странных обстоятельствах. Результаты вскрытия говорили о смерти в результате несчастного случая. Но Шахин подозревал, что это было убийство, ведь вскоре после похорон его друга компанию приобрела корпорация G, а все руководство члены его семьи ушли в отставку. Он начал собственное расследование, и родственники приятеля по секрету рассказали, что за всем корпорация G стоит одержимый демоном человек Кадзуя Мисима. В существование демона Шанхия Шахин не верил, но его расследование показало, что Кадзуя хуже любого исчадия ада. Шахин разрывался на части, должен ли он отомстить за друга или уничтожить демона, или нет. Раздираемый сомнениями, он отправился на индивидуальное задание, чтобы проникнуть в корпорацию G. Я против Кадзуи, да, против нас. Очень быстрый боец этот Шахин. Уничтожу. А сейчас Кадзуя покажет свое истинное лицо. Пора Он разговаривает со своим... Кадзуя куда-то скрылся, пока там разглагольствовал. Куда же ты, родной? Стой! Ух ты ж, ёва. Неожиданный поворотик. А, он взял и улетел. Ну, ё-моё-то. И правда чудовище, да? В следующий раз он обязательно его настигнет и накажет. Глаза-то такие чистые, такие красивые глаза. Так, ну и там сейчас заказую придется, да? А, нет, заказую не придет. Странно. А где же Казу? Козу и нету, прикиньте. Чоси? Кто это? Грудастая барышня Джоси. Джоси Ресаль помогла своей семье как могла, совмещая две работы и модели профессионального кикбоксера. Однажды во время тренировки, когда Джоси, как обычно, бежала по горной тропе, перед ней внезапно выскочило огромное волосатое существо. Джоси закричала и пустила снучок, но чудовище не отставало. Поняв, что ей не сбежать, дрожащая Джоси остановилась, чтобы сразиться с диким противником. Куба! Куба, зачем пугаешь бедную девушку? Да хорош ты когтями своими. Еле завалил этого чудо-мохнатого зверя, блин. Ты, сука, контратакует. О, да, детка! Лежай, не вставай.
Просто повезло. Бедный Мишка. А, он сережку ей хотел отдать. Бедный медвежонок. Ну, так как ты меня нахлобучил, непонятно было, что ты хотел мне отдать сережку, я тебе так скажу. Пипец, какие высокие взаимоотношения там. Сейчас придется за Куму, я так понимаю, да? Ну, осталось не так много бойцов. Я думаю, мы с вами добьем это все дело. Серьезно? Прикольно, прикинь. Заебацу Мисима отправила Куму вместе с бойцами Железного Кулака на Филиппины под предлогом помощи после разрушительного тайфуна. Заручившись финансовой поддержкой Заебацу Кумы, и солдаты посетили пострадавшие регионы, чтобы втереться в доверие к местному населению. Вскоре молодежь, лишившаяся работы из-за катастрофы, стала проситься в ряды бойцов Железного Кулака. Было объявлено о приеме, о приемном экзамене, и окрыленные кандидаты отправились в указанное место в джунгли. Знали бы они, что заключительным испытанием был бы бой с самим Кумой. Кто-то не справился и сдался, другие пали в бою, и в конце концов остался лишь один прецедент — подтянутая девушка. Однако, взглянув на Куму, девушка разрыдалась, Кума растерялся, но все равно пошел в атаку, выполняя свое задание. Как-то история с этой не вяжется. Ну вы поняли. С сережкой. Я за Куму так играть-то не умею. Просто нифига вырубила. Мне нравится, остается вроде, ну, нормально хп, потом тебе дают пару ударов и все. Будь добра! Умри! А можно я удар сделаю? Серьезно? Ха-ха-ха, просто жопа! Ножками вот так вот! Так, спешл. На всякий случай подаем поближе. Лася поймали. Совершенно не из ниоткуда. Причем килограмм такой на 13. И тачдаун, боже мой. Жалко девушку, жалко. Мяу. Get away from me. Зачем мне тебя есть? Эх, а надежда была так близка. Разочаровался Кума. Прикольные у нее кожаные штанишки. Так, кто у нас там остался? У нас остался Мигель, Стив и Нина. Ну, Нина, кстати, напоследок весьма неплохо. После того, как сестра Мигеля Кабальеро Рохо погибла в бомбардировке, организованной Заебасу Мисиму по приказу Дзина Кадзамы, он посвятил всю свою жизнь мести. Вместе с исчезновением Дзина пропал и смысл жизни Мигеля. С тех пор он бродил из одного раздираемого войной города к другому, словно призрак. Однажды, шатаясь по разрушенным улицам, он увидел подозрительно знакомую фигуру. Перед ним был никто иной, как его заклятый враг Дзин. Мигеля поглотил безумная ярость, и ярость он бросился с... радость и ярость. Он бросил смертельный бой. Ярость и радость. Вот она что. Здорово, Джин!
Причем это не Devil Jin, а просто Jin. Типа, ты сейчас удар-то был так. Ни хрена удар-то был. Кулаком по мне заехал, у меня хп-шка ушла вообще просто моментально. Будь добр. Умри. Фу-фу-фу-фу-фу. Это все было одно комбо, между прочим. Вот это спешл посмотрим. Рокки Бальбоа просто. Просто прототип, ну, полюбас. Тоже кастеты на руках. Трагическая гибель. Мимо, да, ты его не ударил, да, рядом кулак, конечно. Конечно, не сейчас, когда-нибудь потом. Como para merecer la muerte. No, todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. Entonces te mataré como si no fueras nada. Кажется, ты не дождешься. Нам же Дзину предстоит проделать путь еще через 7 частей Текена, чтобы быть полным надежд. Стиви! Тоже забавный персонаж. У Стива Фокса было достаточно проблем с Дайбацу Мисимо, но он все равно продолжил искать информацию о своем прошлом. Личность его матери по-прежнему оставалась загадкой, но одно имя попадалось снова и снова. Нина Уильямс. Полагаешь, что ей что-то известно, Стив попытался найти ее, и поиски привели его к внушительным размерам храму. Пока он думал, что делать дальше, из храма вышла одетая, порванная подвенечное платье девушка. Это была Нина, которая, казалось, убегала от кого-то. Стив хотел ее остановить, но она не обратила на него внимания. Но Стив твердо решил все выяснить и преградил Нине путь. Боксер! Соответственно, будем лупить кулаками. И он может уворачиваться. Вот это мне всегда нравилось. Тогда хочешь тебе по мордасам как-то надавать, ты такой уходишь. Или в нижнем. Но исключительно кулаки. Исключительно кулаки. И можно нехило так надавать по мордасам. Да, я. Дай встать-то. Попала! Он сам. Ей промахнулся, ты даешь вообще. Кейо, боже мой, ты серьезно? Стиви. Отходим. Назад. KO.
Ну, собственно, это был нижний удар по колене, и Нина была повержена. Жалко, не прошел спешл. Что расскажешь мне? И? Может, расскажешь немножко? I infiltrated the Mishima Zaibatsu and for several years siphoned out intel. Unfortunately, none of it really led anywhere. But your name did come up, time and time again. So tell me, what's your connection to the lab? To me? Расскажи ему все. Парень хочет знать. Those labs used by the Mishima Zaibatsu to create super soldiers. Their goal was to physically and genetically engineer the ultimate soldier. А получился ты, Стиви? Of course, как бы так. All ended in failure. But judging by your left arm, you must be one of the survivors. At the time, Mishima Zaibatsu had captured me and forced me. Причем здесь такая развернутая прям история рассказывается, да? А у остальных какие-то все смехуёчки. So does that mean you are my mother? Ты моя мать. Don't get the wrong idea. You'll never be my son. I couldn't care less about you. Мамочка. You're a thorn in my side. Так неожиданно, так совершенно. I'll take care of this. А, и она даже что ей спорит. Ну и на закусочку Нина прекрасный воин, который надерет сейчас зад, видимо, своему сынишке Стиву. После неудачной попытки задержать Дина Кацаму, Нина Уильямс решила, что ей больше не по пути с Зайбасу Мисима, чтобы выполнить свое первое законное убийство, ей нужно было проникнуть на свадьбу мафиози в роли невесты. Во время церемонии завязалась перестрелка, в которой Нина уничтожила все свои цели, однако это привлекло внимание бойцов Железного Кулака, которому было приказано навести порядок. Нина сбежала, но бойцы Железного Кулака следовали за ней по пятам. Именно тогда она наткнулась на мужчину, который показался ей смутно знакомым. И он не оставлял, как будто хотел сказать ей что-то. Нина решила дать ему бой, чтобы поскорее продолжить путь и уйти от преследования. Step aside. Round one. Уходи с дороги, Стиви! Стороня. Маленький говнюк. Просто вместо, блин, не знаю, это супер тренажер какой-то был использован Стиви сейчас. Как она над нем извивалась. Ты чё такой коротыш-то, а? Козёл, а? Мамашка, вот так вот, значит. Вон, ты ещё многого не знаешь, сына. Фу, неожиданно. Лежи и не вставай. А что, он просто убежит? На через стрельбу и... Гренейд! А, это флешка. Она просто скрылась вот так вот. На этом заканчивается история всех бойцов в Tekken 7. Прохождение заняло, ну, даже полтора часа не заняло прохождение, черт побери, и могли бы что-то поинтереснее придумать, но это лично мое мнение. Я надеюсь, вам понравилось. Ребят, с вами был Джейсон, канал True Money Games, игра от настоящих маньяков. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал.
Всем удачи и пока!